Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys и сегодня соберем самолет Орлан. В набор входит клей, наждачка, 142 детали конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А вспомогательный инструмент поможет нам в работе с резинкой и с изъятием тонких и маленьких деталей из плашки. Этим значком обозначаются запасные детали. А для таких неровностей используем наждачку. В этой инструкции вы увидите вкладыш с расшифровкой всех обозначений на 6 языках. Обращаем внимание на расположение деталей. Зеленый цвет в инструкции обозначает область нанесения клея. На этом этапе максимально ровно совмещаем круглое отверстие посередине. Не должен попасть на эту деталь.
Вспомогательным инструментом протаскиваем резинку через круглое отверстие. И перецепляем резинку на винт. Деталь посередине под номером 43. С другой стороны приклеиваем точно так же.
С другой стороны, делаем по аналогии. Будьте внимательны, эти петли отличаются друг от друга. Второе крыло собираем по аналогии. Переворачиваем. Обращаем внимание на отличие деталей. Второе крыло склеиваем по аналогии. Обращаем внимание на расположение деталей. С другой стороны делаем то же самое. У
каждой детали место приклеивания соответствует отметке. С другой стороны приклеиваем по аналогии. Для того, чтобы завести винт, проделываем 4 действия. Нажимаем сверху на выступающую деталь, делаем 70 оборотов винтом, нажимаем на выступающую деталь снизу, фиксируя винт, и для спуска нажимаем на нее же сверху. Готово! У собранной модели вращаются колеса, воздушный винт на резиномоторе, двигаются закрылки, элерон, руль направления, руль высоты и открывается дверь. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети LemmaToys. Пока-пока!